Жан, поздравляем с победой. Как считаешь, сегодня какие основные компоненты позволили команде выиграть на Тюмени принципиальный матч? Спасибо, победа, наша игра сегодня очень хорошо на обороне. Наши знаки Тюмени, когда последняя игра на наша дома, татка всегда на Валахтарю ударит. Mas наша сегодня хорошо защита, спокойно. Наши ребята, наша говорит тренер, что второй тайм всегда тяжело, дома Тюмени, балист всегда помогает. Очень хорошо, кто приехал на игру, кто посмотрел на телевизор, видео два команда, очень хорошо игра, очень хорошо мини-футбол. Завтра еще раз, всегда наша Сибиряк и Тюмени, каждый год, как и война, да, наша дерби регион, да, Сибирь. И завтра тоже наши шансы спокойно, завтра очень тяжело игра, почему сегодня очень трудно игра устал, да, потому что много ударов туда, обратно, атаки. Тюмень праздновать тоже, завтра трудно, как я говорил. Шансы спокойно, отдыхай, завтра еще раз, кто приехал на игру, очень хорошо мини-футбол, Сибиряк и Тюмень. Что тебе в 41 год позволяет быть в такой классной форме? Да, я всегда я спокойно дома, я не много погуляю, я, алкоголь нет, мало, очень мало, только сок, вода. Когда отдыхаю, я чуть-чуть, уиски, Но когда игра, тренировки, я каждый день тренировки, слава богу, я нет травмы каждый год, это самое хорошо. Потому что если человек травма, я 41 год, когда травма, я думаю все, потому что мотивация закончится. Но я хорошо каждый день играю, мотивация тренировки, ребят помогают, тренируют. И здесь, когда Сибиряк не хочу закончить игра, я домой в Бразилию, и моя фамилия, я 15 лет я в России. Да, 15 лет Россия и Казахстан, я много года, да, я в Бразил очень мало, но это моя работа, я всегда мотивация, сейчас в Бразил посмотрю нашу игру, моя família, завтра еще раз и хорошая игра завтра, Тюмень и Сибиряк, кто приехал, очень хорошо мини-футбол. Спасибо.